Полузащитник «Гремия» Артур Мело прокомментировал свой переход в Барселону. По данным СМИ, трансфер игрока состоится в июле. Сине-гранатовые заплатят за Мело 30 миллионов евро. Сумма вырастет на 10 миллионов евро в случае определенного количества матчей, которые 21-летний бразилец проведет в Каталонии и при подписании нового контракта с испанским клубом. Когда слухи о переходе только начали распространяться, у меня была короткая беседа с Неймаром в национальной сборной. Я спросил его о Барселоне, он хвалил и клуб, и город. Неймар посоветовал мне перейти в Вест-Хэм каталонцев. После я связался с Филиппо Коутиньо, и он подтвердил все слова Неймара. Я очень рад, что переговоры завершились успешно как для меня, так и для Гремия. Я хотел помочь клубу и рад получить подобный результат. Если мне нужно будет присоединиться к Барселоне раньше, мы решим это вместе, сейчас я готов на 100%, цитирует Melosport.es. Ранее сообщалось, что каталонцы достигли предварительной договоренности с бразильской стороной. Источник: Барселона близка к договоренности с Баварией по трансферу Алабы.